22 года назад произошло то, что произошло. За эти 22 года тоже случилось то, что случилось. Мы не успеем. Что делать? Что делать? Что делать? Вспомнить себя, каким ты был 22 года назад, засунуть в одно место, сжать зубы, вспомнить то, о чем ты мечтал, и начать эту мечту воплощать сейчас в жизнь. А почему? Потому что то, что сейчас произошло, это победа тех людей, против которых мы боролись. Мы боролись против ГКЧП-1, вот, а сейчас уже ГКЧП номер 3. А как так получилось вообще? Как мы это допустили-то? Ну, вот так вот. В состоянии эйфории решили, что стоит достаточно свергнуть коммунистический режим, и все само получится. Ну вот само ничего не получается. Есть объективные законы развития общества, которые, собственно, и привели к тому, что получилось. А чем вы объясните, что так мало народу сейчас пришло? Приходят люди, которые помнят и для которых это дело жизни, вот, дать память ребятам погибшим. Я не знаю, почему не приходят другие, участвовал в тех событиях 22-го, вообще собралось 200 тысяч человек, 200 тысяч москвичей. Почему люди не приходят? Ну, не знаю, наверное, у каждого свои причины. Можно гадать, не гадать. Кто-то разочаровался, кто-то, наверное... Кого-то, наверное, физически нету, кто-то уехал. У всех разные причины. А уезжали тоже за разочарование? Да. И уезжали от разных причин. Уезжали от беспредела, который был в 90-е годы бандитского. Уезжали от чиновников, которые там вымогали непосильные поборы, накладывали на людей. По разным причинам. Ну, как считаете, с этим ГКЧП-3 в итоге разберемся? У меня никаких сомнений. Сколько им отводите времени? Они очень живучи. Очень живучи. Я посмотрел так, смотрите. ГКЧП-1 просуществовал 3 дня. ГКЧП-2 весь сентябрь. Ну, 30, а может даже больше дней. Да? Это уже сколько? В 10 раз? 10 раз больше. 10 раз больше. Тут, видимо, все-таки речь не идет не о геометрической прогрессии, а, наверное, здесь, наверное, экспонента какая-то. Угу. То есть явно совершенно, что это не год, да, 300 дней, это год. А они уже в власти 13 лет. То есть это какой-то это экспоненциальный закон совершенно точно. Я думаю, что вот-вот. Сейчас вот проведем выборы мэра. Сейчас все будет нормально. Спасибо, Михаил. Спасибо. Почему Роклин даже отказался баллотироваться? Потому что между людьми, да, и это самое, как бы.